16 сентября 17 год, Харьков. Что там у нас? 20:15 по Киеву. Да, ну, наверное, иду на эти фонарики смотреть. О, они уже полетели. Из парка Стрелка пускают фонарики. А тут красота. Так, где у нас этот лучший ракурс? Это у нас раз. Благовещенский собор. Три главных собора Харькова. Покровский собор. И Успенский собор. А вон они, наши неопознанные летающие объекты. Сейчас пойдем Полтавский шлях еще поснимаем с лестницы родного института УЗПИ, который не берусь даже сказать, как нынче называется. Сразу хочется смотреть несколько мест. Камера верчу, башка будет болеть. Буду нудота. Так, это, так понимаю, с шариками репетиция. В смысле, с фонариками. Парк Стрелка, слияние Лопани, реки Лопани, реки Харьков. Сейчас мы туда доберемся. Ну да, ну как-то днем даже. Поярче Полтавский шлях выглядит.
поярче в визуальном смысле, конечно. А я в том смысле, что днем больше света, что банально. Еще больше банальности было об этой банальности сказать. Вот она наша. Как сказал мой сынуля, большие цветы из цветов. Опа. Вот хорошо для слепых тикают эти светофоры. Я хоть и не слепой, но о том, что пора переходить дорогу, напоминаю. Ноября 21 градус. Что странно. Господи, а как теперь эта площадь называется? Была Роза Люксембург, а сейчас я с этими переименованиями абсолютно потерялся. Так, лодочная станция. Вон они, фонарики. Страшный. Про меня говорят. Да, в общем-то, наверное, да. Красота. Там такая ухожая бухатистина. Ну и у меня есть знакомый врач, правда. Ты представь, я просто надо Ах ты. Карета, которая в 12 часов превратится во что? В общем, главное отсюда сбежать до 12.